Творец сотворил мир, совершенный, как он сам. Теперь, а вы знаете наоборот. И мы читаем о том, что наоборот. Творец сотворил мир какой? Несовершенный. Совершенный Творец сотворил мир несовершенный. Для чего? Для того, чтобы то самое творение, находясь в несовершенном мире, смогло, если только захочет, само стремиться к совершенству. Угу. И тогда она уподобится самому Творцу, тем самым достигнется цель творения и так далее. Кто понимает эти слова, понимает, кто не понимает. Но за этой простой мыслью кроется, в принципе, объяснение всего, что происходит. А человек сотворен со свободой выбора. Для того, чтобы точно так же, как Творец является хозяином всего, что есть у него, точно так же и человек должен стать хозяином своего. А чего он должен быть? Ведь он сотворен по образу и подобию. Ведь, в принципе, все как подарок, как у Бога. Но так, сам Творец, он является хозяином своего возможности выбирать. А человек получил все в подарок. Поэтому он никогда не будет подобен этому. Творец дал ему огромную привилегию. Он говорит, смотри, я тебе дам вообще свободу выбора. Если ты сам захочешь добиваться совершенства, ты станешь похожий, как я. Станешь похожий, как я, в духовном мире означает близость. Тогда ты станешь близок ко мне и удостоишься самого большого вознаграждения, которое, может быть, которое есть. Это и есть цель, цель нашего творения в этом мире. Быть близки к Всевышнему, тому, кто нас сотворил. Теперь. Так как Творец сотворил этот мир, который, мы сказали, с одной стороны, он вроде как бы несовершенный, а с другой Творец совершенный, он вроде совершенный, то в целом мир сотворен в полном балансе, в изун это равновесие, в равновесии. Теперь, равновесие это вещь, которая не позволяет, в принципе, выбор. Да? Поставьте известного самого осла между двумя стоговыми стенами, одинаковыми совершенно, он не умрет от голода, потому что не будет знать, к кому подойти. Ни тому, ни другому. Поэтому нужно что-то, что вот это вот равновесие начнет портить, начнет искать, в какую сторону это все разрушить. Что-то должно быть какой-то провокатор. Должен быть что-то, кто-то, который будет вот это все, что устойчиво, и все, что имеет равновесие, он должен все это каким-то образом разрушить. Так появляется в мир вещь великого добра. Это самое, с точки зрения духовных корней, да, то, что мы называем тут злом, там это высшее добро. Это в очень высоком месте находится вот этот источник этого дурного побуждения, который называем то ли сатан, называем то в конце чуть ли смерть. Много названий всему ему есть. На самом деле это полное добро, которое выходит из очень высоких корней. Так вот, а это дурное побуждение, которое еще имеет название нахаш. Слышали такое? Да, нахаш. Нахаш это змей, по-русски его переводят. Единственное, что у нас тут же перед глазами, так сказать, какая-то змея, которая ползает. Ну, по-видимому, имеется в виду некий прообраз, который слово нахаш выражает его больше сущность. Кроется за этим что? Духовная сущность, которая пришла в этот мир для того, чтобы испытать человека. Испытать человека. Что значит испытание? Склонить сердце его к греху, для того, чтобы выявить, что у него в сердце есть на самом деле. Добро или зло? Ведь повеление, которое у него есть, надо выбрать добро и устраниться от зла. Только так ты будешь тот самым, добьешься того совершенства, о котором мы говорили до этого, и тогда ты станешь подобным еще больше Всевышнему. Итак, вокруг чего все вертится? Вокруг того, чтобы человеку было, чтобы человек, он на самом деле должен проходить в этой жизни испытания. Испытания. Кто не проходит испытания, он не может вообще ничего удостоиться. Он не может ничего удостоиться без испытания. Можете представить о том, что призвали парня в армию, и ему говорят, смотри, вот курс молодого бойца, давай, я знаю, там 3 месяца, полгода, надо бегать, прыгать, там поджиматься, то дело,
становись воином. Не, для чего это надо? Пришла, так сказать, у меня вот богатый дядя, он вам заплатит за все, не надо все это. Не, можно, так сказать, мы тут отдохнем. Хорошо, ты можно, ты никогда воином не будешь. Не будешь знать, как перескакивать, как прыгать. Вена, потеть надо, но никогда не добьешься того. Что... Вы хотите быть специалистом? Верно, надо учить экзамены. Невозможно без испытаний экзаменов сразу получить диплом. А можно диплом? Нет, нельзя. Сначала экзамен, а потом диплом. А можно диплом без экзамена? Нет. Потому что экзамен позволяет, по крайней мере, в теории выявить, если ты действительно достоин этого диплома, да или нет. И так во всем. И так во всем. То есть нам кажется, что, видите, тут есть самый большой враг. Уже забегая вперед, что мы будем это повторять еще раз, к этому будем возвращаться не один раз. Все испытания, которые, вот это враг, который у нас есть, и так далее. В конечном итоге все, для чего нам Творец это послал? Для чего он послал? Мы же знаем, что нет в мире зла вообще. На самом деле это самое великое добро. Уже скажем это сейчас, потом снова будем много раз повторять. Расскажу вам притчу. Слышал где-то притчу, я не знаю, кому ее приписать, или наши выдумали, или так она откуда-то пришла, не знаю. Притча, дело было в Японии. Японии. Японцы, оказывается, очень любят рыбы. Любят они, как их, любители рыбы, дигус, как их называют, это... любят рыбу. Теперь... В силу того, что они любят рыбу, то вся рыба вокруг Японии выловили. И, в принципе, стало меньше и меньше рыбы, потому что это рыба, которую все любят, поэтому уже ее не стало. Что сделали рыбаки, да, там усердные люди, они просто отправились в открытое море и стали ловить рыбку там. Там огромное количество рыбы тоже, пожалуй, стали ее привозить в Японию. Но оказались они, японцы, анэней там, разбираются во вкусе. Какое-то слово. А? Гурманы! О! Оказывается, гурманы, они понимают вкус. Они говорят, нет, это не, они перестали покупать эту рыбу. Это не тот вкус. То, что они делают? А почему не тот вкус? Ведь это та же рыба. Он говорит, не, пока рыба доедет оттуда сюда. Это в открытое море пока. А вкус теряется. Мы гурманы, мы можем различать это отличие свежей рыбы от той, которую вы считаете, что свежая. У японцев у них нет проблем. Бизнес – это бизнес. Что они сделали? Они говорят, значит, мы берем эти трейлеры, теперь ее заводим эти в порты, ставим на них огромные морозилки, и все нормально будет. И так оно и есть. Они сетями стали вылавливать эту рыбу, и прямо живую рыбу раз – и в морозилку. Приехали, возвращаются к себе в порт, там начинали, разморозили. Народ попробовал, не то. Это совсем не та рыба, гурманы оказались такие, что даже не... Стали думать, что делать дальше. То, если не идет заморозка, вместо этих морозилок ставили туда контейнеры с водой из моря прямо. Какая вам разница, то ли они... посередине океана, то ли не в этом огромном бассейне, который прямо внутри этого трейлера, внутри этого корабля. Так и сделали. Перестроили корабли, стали ловить прямо из сети, прямо в эти бассейны. Все прекрасно. Привезли товар, народ попробовал. Не то. А что не то? Стали выяснять, смотрите. Что вы говорите? Море – это море. А бассейн – это бассейн. А рыбы чувствуют это. А если рыбы чувствуют, что они там в закрытом, знаете, такой дикоон, это депрессивном состоянии, то и мы тоже чувствуем это. Мы люди, мы разбираемся. Что, они уже посчитали, что все, бизнес надо закрывать. Пока, как, знаете, как в притчах рассказывают, появился один мудрец, который дал им совет. Он говорит, смотрите, я вам дам совет, только не прыгайте, я вам сразу скажу, что нужно сделать. Вы делаете все правильно, не хватает одной маленькой детали. Если можно, говорит, поставьте туда, в этот бассейн, вот который в этот водоем, говорит, туда акулу. Акулу? Говорит, акулу.
Вы же все равно там много рыб. Ну, сколько нас есть? Ну, одну, две, три рыбки. Но зато она добавит туда жизнь всем остальным рыбкам. Там им скучно не будет. А никакого-то... Все, никакой депрессии не будет. Депрессника точно не будет. Так сделали. Рыба стала вкусная. Приехали, это бизнес стал без проблем. Акула все решила. Теперь, я надеюсь, все понимаете, почему приведен этот пример. Что за притча? Это притча, которая очень хорошо демонстрирует о том, что Ецер Ара, который мы считаем щадь яда, то есть это наш враг, это то, что нас погубило. На самом деле, по большому счету, благодаря ему... Благодаря ему можно попасть ему прямо и в желудок. Он может нас съесть. Верно. Такое тоже может быть. Но если мы удастся нам как-то... Я это просто перескочил. И там, где надо, он объясняет, как надо бороться с этим. Видите, я перескочил. А если мы будем бороться с этим, с энергией и упорством, то мы выиграем все. Выиграем все. Вот для этого дается Яцер Ара. Что значит, что мы выиграем? Мы выиграем, мы вытащим из своей души такой потенциал, который мы раньше даже не помышляли. Понимаете, что человек, например, который просто живет, утром встал, пошел, там, поел, заснул, не знает даже, кто он такой. А представляете, что его, значит, пошел в какое-то путешествие, и там все пошло не по плану, и их куда-то снесло, и там куда-то половина была на грани жизни, надо было кого-то спасать, надо было кого-то куда надо. И вдруг проявляется о том, что эти люди оказались малодушными, а эти оказались смелыми, и оказались, которые готовы были почерствовать своей жизнью, и которые... Вдруг выясняется, это они прошли испытание. Ецер Ара, дурное побуждение, на самом деле, оно, как мы сказали, оно должно склонять сердце человека к злу, то есть к греху, чтобы выявить, что у него в сердце. То, что даже он не подозревал. Что это делает? Это строит нашу личность. Человек, который борется с Ецер Ара и который не борется, это просто два мира. Сколько это не объясняю, никогда ничего. Почему-то люди... Вот эту точку в основном почему-то не доходит до сердца. Это просто два мира. Невозможно это объяснить. Невозможно объяснить человеку, который в жизни никогда не боролся со своим этим дурным началом, дурным побуждением, о том, что это такое. Это для него не существует, потому что он не борется с этим, не знает, что такое. А тот, кто борется, вдруг он выясняет о том, что и в его личности находится такое, что он никогда об этом не думал. Смотри, я могу и это, и оказался это. И таких примеров 100 000 вокруг. Он становится другим человеком, он становится, назовем его более совершенным человеком, более исправленным, другой, который живет по-другому, все по-другому. То вернемся к этой мысли еще не один раз. Но давайте снова теперь. А Ецер Ара, что это такое? Давайте определим его более точно. Когда первый человек согрешил, то, как сказано, а дурное побуждение, тот самый нахаш, тот самый змей, который находился извне, после греха он стал частью человека. И это четкое описание, это ясно, это яркое описание, которое нам дает, как он внутри нас находится. Если раньше, то есть раньше, до греха первого человека, было ясно и понятно о том, что есть нахаш, есть зло, и есть мое я. После греха, и это зло, это нахаш, это змей, это дурное побуждение входит в человека и забирает его я. Становится как бы на его месте. И говорит от имени человека. Теперь попробую разгадай, кто тут говорит, где тут я настоящий, а где тот, который под меня работает. То самое дурное начало. Теперь, после того, как он забрался вовнутрь, что произошло, объясняют наши мудрецы. В том, что его основная задача, которая была, как тут и написано, его основная задача – это посеять сомнения в душе человека. То есть, если до того реальность разума первого человека была ясна, то есть все было ясно, есть эмет вешекер, есть истина и ложь. Даже по
понятие добра и зла, оно как такового не существовало, а где-то там, как древо познания добра и зла. А было ясно, это истина, это ложь. После греха человека, когда человек заинтересовался, что такое добро и зло, заинтересовался, ну вот там и живи. Тогда образуется, проявляется добро и зло. И все перемешивается. И вот это, когда пришло это перемешивание, когда нет чистого добра, а в каждом добре есть зло, есть зле, есть истина с ложью, извиняюсь, перемешались. Теперь нет чистой истины, есть в любой истине есть чуть-чуть зла, а есть в зле, который кажется злом, всегда есть что-то, и в лжи есть какая-то истина. Все перемешалось. Как результаты добро и зло тоже стали понятия, так сказать, которые более стали неясны. Вот эта неясность, она приводит к сомнению. И вот эти сомнения, о которых мы говорили, это и есть то самое сомнение, о котором мы речь идем.